интересоваться, что вы медикамент принимаете или какую-нибудь продукцию принимаете. Вот тогда скажите, вот я перепал не медикамент. Бальзам. Да, бальзам я пью. Да. Аптечные медикаменты, они... Бабу, как вы раньше ходили? Сейчас как вы себя чувствуете? Нормально? Сейчас? Да. Ну, нормально, потому что у меня, как бы сказать, как объяснить, дважды такое было состояние критическое. Раньше как ходили? Покажите раньше. Ну, вот я говорю, я вот так приходила. Раньше это вот так ходили, да? Да, да. И потом, как а вот, сейчас как кошка, ходите? Так я все остановилась, уже щупаю. А сейчас как ходите? А сейчас я... дайте мне, покажите, как вы ходите. А я хожу сейчас нормально, я поэтому все это самое. Это просто для страховки? Для страховки я беру. Да, да, для страховки. Потому что кочек много, ямок много, у нас тем более весь микрорайон перекопанный. Вам сколько лет? 83. 83. Молодец, баба. Молодец. Дай Бог нам тоже ваше возраст 83 года, и мы тоже ходили в офис, вот так маркетинг изучали. Ну я изучала. Продукцию изучали. Я... Дай Бог вам здоровья. Прошла, птичья прошла. Сибирское здоровье.